В Новосибирске прошло первое пленарное заседание 7-го созыва областной общественной палаты. Ее основная цель – согласование интересов граждан с органами местного самоуправления и государственной власти, в том числе защита их прав и свобод. Состав палаты обновился почти наполовину, в него вошли 75 человек. Это представители профсоюзных организаций из сфер образования, промышленности, аграрного сектора и бизнеса. Сегодня выбрали руководящие органы общественной палаты, определили состав и наименование комиссии, а также их руководителей. С приветственным словом к обновленному составу экспертов обратился губернатор. Помимо прочего, Андрей Травников поставил перед членами общественной палаты задачу на ближайшую неделю во время голосования по поправкам в Конституцию. То, что сегодня мы обсуждаем, оно будет актуально в редакции Конституции десятилетия и десятилетия вперед. И к этому как минимум нужно относиться с уважением, ни в коем случае не призывать игнорировать то голосование, которое стартовало сегодня. Я надеюсь, что вы разделяете со мной вот эти подходы и очень прошу активно поработать в ближайшие дни. Я думаю, что это будет хороший старт нашей совместной работе.